Добрый день! Здравствуйте, дорогие любители леса! Вот сегодня мы продолжаем знакомство с грибами наших лесов. И сегодня это будет мокруха розовая. Или пурпуровая. Пурпуровая. Или сосновая. Ой, розовая, господи, сосновая. Да. Сосновая. Да, потому что это опушка соснового леса. И вот когда сверху смотришь на эту мокруху, ну, такое ощущение, что это вообще-то масленок встретился. Но опять же, вот цвет так он немножечко выглядит. Отличается. Да, он. Стоит только сорвать, как сразу все становится ясным. Ну, во-первых, вот... Так, эти травинки убери, пожалуйста. Этот вот масленок, который здесь растет. Ну, вот здесь обычно поздние маслята растут. Это гриб трубчатый. А мокруха гриб пластинчатый. Да. Дальше. Вот сейчас так, вот так оставь. Ага. Не лежит так. Ну и бог с ним. Вот так, так оставь. Ага. Вот сейчас посмотрим вот цвет пластинок. Угу. Вот так вот. Они выглядят. Что интересно, сейчас в микологии широко стали использоваться генетические исследования. И выяснилась интересная особенность. Оказывается, мокрухи, они ближайшие родственники маслят. Да. Хотя маслята трубчатые грибы, а мокрухи пластинчатые. Но тем не менее, для меня это, когда я узнал, было очень удивительно. Так, вторую. Вот, сорву еще одну мокруху. Так. Ножка у нее довольно длинная. Да, сейчас мы посмотрим на ножки. И цвет ее интересный. Такой оранжевый, темно-оранжевый. Даже... Я даже не знаю, как назвать его, но очень характерный именно для мокрух. И пластинки такого очень интересного цвета, как это, оранжевые, немножко зеленые. Да. Они не сходят на ножку. Угу. Это всегда у всех мокрух. Вот. Ну, у мокрух еще, чем они интересны, у них так называемое сопливистое покрывало. Ну, у пурпуровых вот. Не так сопливистое может вот. Быть, но все равно. Да, а вот, вот у пурпуровой оно не так ярко выражено, да. Но тем не менее существует. Такая маслянистая. Вот. Да, шляпка, и причем вот эта кожица на шляпке тоже маслянистая, она снимается. Вот. И, так, в разрезе, давай покажем еще. Разрез сейчас сделаем, посмотрим, что из себя представляет мокруха. Так. Во. Ага. Вот сейчас продольный разрез. Ну, они часто чирюгивые бывают, но тем не менее видно, хорошо видно, как она устроена. Вот. Многих людей это пугает. Ой, ложный масленок, ой, нет. На самом деле гриб ценный. Считается даже, что у мокрух в составе количество белка больше даже, чем у белого гриба. Гриб вкусный, нормальный, особенно, ну, у нас много мокрух-то никогда не попадалось. Но вот тем этих не менее, именно пурпуровых. Пурпуровых, да. Но тем не менее, мы всегда их собираем, жаркое кладем, особенно в смеси, они очень хороши. Ну, конечно, при сушке они приобретают вот такой вот, вот ну, такой цвет. Чернеют они. Вот если сушить, то вот они вот такие вот. Такой вот цвет, а если варить, то становятся черными. При мариновке, да, очень темные такие, может страшненькие. Быть, поэтому так и не ценят, потому что они некрасивые. Ну, вот. Еще из характерных особенностей вот такой да. пупышек. Да, да, да. Пупырышек. Вот. Да, вот на прямо шляпке. На шляпочке вот это. Да? Когда поближе. Держи, 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 держи. Угу. Вот такой пупырышек. Ну, а теперь сбоку на меня, это на меня, чтобы я боком, чтобы пупырышек-то был виден. О, вот сразу видно. Вот пупырышек и нисходящие пластинки. Пластинки. Цвет такой темно-оранжевый. Да. Я даже не знаю, как его и назвать. Но... Ну, да, красновато-оранжево-коричневатый, наверное. Да. Обычно они встречаются в сосновом лесу. Да. Так их называют мокруха сосновая. Да, образуют микоризу с сосною. И растут тоже между... маслят. Так что при такой встрече не пугайтесь, берите. Гриб интересный. Единственная вот особенность, да, при варке он чернеет.
И будет отличаться от тех маслят. Ну, а так по вкусовым качествам и по потребительским, именно по питательности и прочее, гриб очень ценный. Сегодня у нас 6 сентября 2016 года. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо.